Путин, с моей точки зрения, политический лузер. В том плане, что те цели, которые он объявил, он систематически проваливает. Он хотел повысить международную роль России. Он сделал Россию токсичной, агрессивной, от которой люди шарахаются. И оборвал на многие годы вперед потенциальную возможность сделать из России что-то привлекательное. Благодаря усилиям Владимира Владимировича Путина русский мир, русское православие делается токсичным. От него люди шарахаются. И влиятельность русского мира, очевидно, снижается. Хотя бы потому, что русская православная церковь замыкается в себе, делается церковью-изгоем, что бы она при этом ни говорила. Она получается церковью партийной, путинской церковь, путинское православие.